Доброе утро, мои друзья и гости канала «По дороге с облаками». С вами я, Оксана, и мой сад-огород. Сейчас раннее утро, 7 утра. Меня, если честно говоря, разбудил петух. Я пошла, закрыла окна, он кричит. Оказывается, это так громко, когда ты хочешь поспать, но петух тебе не дает. Так, это моя пастила. Частично снятая уже с пленки. Но так как был дождь, она отсырела. Сегодня будет солнце. Опа! Зацепила. Вот так она выглядит в сушке, без мух. Красота. Заглянем. Ну, конечно, я ее не смогла снять с полиэтиленки. Просто так легко. И она у меня немного порвалась. Вот такая. Я ее присыпала сахарной пудрой. И сейчас положим ее просыхать дальше. Потом я ее порежу на кусочки или сверну. Ну да, она порвалась. Потому что вот с клеенки ее снять просто нереально. Надо все-таки использовать кондитерскую бумагу. Но у меня ее не было, поэтому клеенка. И она уже почти подсохла. Но были дожди, и погода была сырая, и она вроде как отсырела снова. Надо сушить. Сейчас закрою, пойдем дальше. В этой маленькой сушилке у меня сушатся травки. Это мята перечная. Я ее, естественно, срезала, помыла вчера и вот положила на просушку. Она уже подвялилась. Травы надо сушить в теньке. Ну вот она тоже у меня в сушке. Так вот закрывается. И все чистенько, без пылинки, без мушинки. Мне это очень-очень нравится. Тут одна сушка висит, там другая. Ну, тут на солнышке просыхает. Цветочки мои, тыквочки, розы. Все хотела вам показать розы. Это купленные розы в светофоре. Вот они. И вот это тоже куплено в светофоре. Вот такой у меня огородик. Вчера такой хороший дождь прошел. Просто замечательный. Все такое свежее, хрустящее. Пойду сейчас, уже просохла роса, вот это томаты. Собирать надо. Это я зашла на кухню. Вчера в холодильнике обнаружила два банана. Они уже совсем потемнели. И решила я их тоже просушить. Вот такие они красивые. Бананчики вяленые. Ну, все, наверное, надо сушилку выключать. Сушу я в духовке. Это духовка. Вот такая красота будет. Банановые чипсы. Так, оставлю, пока пусть остужается. С утра собрала урожай. Огурцы и помидоры. Немножко фасоли. Ну, огурцы тут еще не все. Вот еще огурцы. Я их как-то два этапа собирала. Вот корнишон и китайчик мой любимый. Мои еще все спят. Пойду сейчас вот с корзиночкой соберу помидорчики. Да надо готовить завтрак и собираться в путь-дорогу. Мы сегодня собрались в Кеген, в лес, посмотреть, что там с грибами. Я страсть как люблю собирать грибы. Поэтому поедем. Это не розовая, это фиолетовая. Фиолетовая роза расцвела. Вот такая красотка, ароматная, душистая. Ну, пошли со мной. Машина уже ждет, когда мы ее загрузим и поедем. Виноград я вам показывала. Такая красота. Я захожу каждый раз в огород, а у меня тут такая красота. Правда, нагибаться приходится. Вот так. Так. Что мы тут имеем? Хотя помидоры у меня плохо себя чувствуют, но они есть. Кто это у меня? Надо прочитать. Кто это у меня здесь? Козула? Но это не козула. Козула вот там. Дальше. Вот она. Ее видно, ее не спутаешь ни с чем. Такие желто-зеленые томаты. Вот она, козула. Он, кстати, уже поспел. Надо его сорвать аккуратненько. Вот. Козула 179. Это давала сестра моя Ольга мне семена. Такие они мясистые. Кстати, его можно взвесить. Положим в корзинку.
что там еще? Так, вот этот вот еще зеленоватый. Вот этот можно убрать. Вон он, Петька, кричит. Две козулы с ними. И вот этот вот красавец. Не знаю, что это за сорт. Почему-то мне тут не подписано. Ну, давай, снимайся. Вот он. В поездку возьмем. Ну, и родителям оставим. Так, этот зеленоватый. А вот этот вот поела совка. Видите? Вот она что делает. Дырку выгрызла. И не знаю, что делать-то с ним. Снять или пусть висит. А висеть будет, совсем пропадет. А так можно его в борщ отправить. Вот она. Приползает червяк и залазит в помидор. Погрыз, поел и убежал. Живет он в земле. Совка. Снимем тоже помидорчик. Лес у меня, лес тут. Дремучий лес из помидор. Хочу вам показать сорт. Это космонавт Волков. Вот такие вот плоды. Аккуратные, круглые и мясистые. Растрескалось, потому что поливаем. Потому что дождик прошел. Вот это тоже сниму. Вот они. Это сорт космонавт Волков. Никогда не подводит. Прекрасный томат. Размеры у него вот эти оптимальные, наверное, средний размер космонавта Волкова. Вот такой. Он красный, очень мясистый. Подходит для соусов. И в заморозку. И для соков он подойдет. Так, что имеем здесь? Так, это желтые. Бычье сердце. Бычье сердце желтое. Давала моя подружка Анюта. Очень красивые плоды. Посмотрите. Это бычье сердце. Сладкие на вкус. Очень красивые. Аккуратные. Вот. Собираем урожай. Здесь рядышком плохо себя чувствует. В этом году мне все помидоры. Посмотрите, что болезнь еще какая-то. Не знаю, что с ними делать. А такой мелочь. Это амурский тигр, кстати. Но он не удался в этом году. О. Ну что это? Помидоры, что ли? Ну, на зажарку пойдут. Мама будет готовить что-нибудь сегодня. И они съедят. Так. Тут еще один какой-то малыш. Пойдем дальше. Дружок тот мой упал с малины. Показать хочу вам своего друга. Видите, нет? Это мой дружок. Мой дружочек богомол. Эти хищники мне в огороде помогают. Уже подрос, да, большой. Это были маленькие, а теперь уже большой такой. Красавец. Упал с куста с малины. Вот она, малина. Это уже второй урожай спеет. Крупная, сочная. Смотрите, как будто яблоки, да, а не малина. Очень крупные ягоды. Вот такая красота. О. Привет, Петя, привет. Сколько можно? А вот этот сорт брянская дива. А ягодки такие крупные, аккуратные все. Смотри. Вот такие. Брянская дива. Солнце попекло. Ну, кто спит, тому ничего не достанется. Я все съем. Ха-ха-ха. Там у меня кукуруза, видите, метелочки выбросила. В этом году она какая-то низенькая. Хотя в поливе не нуждалась. Ну, в смысле, все время поливалась. Вот она, прянская дива. Сколько ягод будет, видели? Красота! Малину я так и не вырезала. Ну, поздравьте меня в отпуске. Может быть. Я займусь своим огородом. Траву я специально не полю, потому что я заметила, что в траве томаты себе чувствуют лучше, чем прополотые. Потому что там, где я полола, там уже все, томаты все сдохли. Хочу пробраться вот сюда.
Это томат хурма. Вот поспели маленькие. Висит еще вот такой красавчик большой. Сорт хурма фирмы Аэлита. Две штучки мы сорвем. Они, знаете, такие аккуратненькие, гладенькие. Все прекрасно выглядят. Замечательные томатики хурма. Кстати, советую этот сорт к посадке. Что имеем дальше? Дальше у нас спеет сержант Пеппер. Мы его тоже снимем. Он не снимается одной рукой. Вот такие кисти. Смотрите, 4 томата. Это тоже он. Я уже снимала с этого кустика. Вот такие. Сержант Пеппер. Это розовый слон. В этом году розовый слон. Даже какой-то не слон, а карлик. Карликовый слон. Ну, у розового слона томаты аккуратные, круглые, ярко-розового цвета. Посмотрите, все какие красавицы. Но куст у него мощный должен быть. Он такой мощный, роскошный. Столько много зелени. Так. Вот он, розовый слоник. Все они аккуратненькие. Вот такие красавцы. Сейчас еще сорву. Поспели надо сорвать. Зачем они будут висеть? Вот еще. Красивый, очень вкусный, мясистый, сладкий сорт. Розовый слон от фирмы Аэлита. Так. Тут вот кто-то у меня сожрал томат. Он валяется на полу. Видите, кто сожрал томат? Догадались? Кто это сожрал мой томат? Вот-вот. С этими заразами не знаешь уже, как бороться. Что ж это такое? Черви меня одолели. И так-то томатов мало. И еще эти совки ночные жрут. Вот он, сержант Пеппер. С фиолетовой такой вот попочкой. Это его расцветка. Сортовая особенность. Сержант Пеппер. Ой, пойду дальше.